заигривое настроение. Заигривое настроение? Ой, я же хлыст купила. И? Какой хороший, крепкий. Да, Кларка. Умеешь ты с мужиками. Умею. Умею. Вот на нем и опробую. Так больно ж будет. Больно. Не то слово. Если очень постараться, то хлыстом можно и убить. Я иногда так заиграюсь, прям зверею все, начинаю бить, чем попало. Зато они потом такие жеребчики становятся. Только держись. За жеребцов. Я больше не могу! Остановись! У меня сердце больное! Я не выдержу! Что тут у нас? Убитый Скворцов Герман Валентинович. 27 лет. Прописан в этой квартире. Денег в бумажнике нет. На руке след от браслета. Предположительно, от часов. Которых тоже нет. Здесь, походу, что-то искали. Смотри, хозяин-то, походу, был коллекционером. Плохим. Все в пыли. Ну, лейтенант, как раз тот случай, когда пыль работает на нас. Вот, видишь, участок круглой формы. Тут пыли меньше, чем вокруг. Значит, здесь что-то стояло. Серег, труп я отправил к нам. Но ты знаешь, почти уверен, что убили его не здесь. Крови нет, частиц мозга. Дверь открыли родным ключом. Похоже на ограбление. Денег нет, часы пропали. К вопросу об ограблении. Обрати внимание. Еще грабитель захватил что-то вот с круглым основанием. Может, скульптуру какую-нибудь, подсвечник. Вот. Галина Николаевна, докладываю. Судя по состоянию тканей, убили его 24-26 часов назад. Смерть наступила от удара в височную область черепа. Есть кое-что интересное. Он что-то нашел. Так, Скворцов Герман Валентинович. Год рождения 1981. Врач психиатрической больницы. Так, адрес больницы понятно. Красивый был парень. Здорович, а что там застрял-то? Любуешься? Понимаешь, где-то я все это видел. Не могу вспомнить, где. Где? В музее, конечно. Только там все натурально, а это подделка. Подделка? Ну, не антиквариат же. Точно. Антиквариат. Так. Привет.
Я тебе сейчас с мобильного пришлю пару фотографий. Проверь среди краденого антиквариата. Похоже. Висок проломлен, а форма раны необычная. Я сделал снимок и отправил в лабораторию. А теперь идите сюда. Вот. Видите? В самой ране есть зеленоватые микрочастицы металла. Краска? Не знаю. Ну, в лаборатории разберутся. Хорошо, спасибо. Ого. В 2001 году был ограблен антикварный магазин Краскова. Грабили трое. Взяли всех. Ну, первый был застрелен при попытке оказать вооруженное сопротивление. Второй через год умер на зоне. А вот третий, Степан Михайлович Приходько, полгода назад освободился и вернулся в Москву. Так, ну? Похищенное не нашли. Краденое все это время хранилось здесь. Петр Сергеевич, могу сообщить, зеленые частички – это патина. Значит, убили его чем-то бронзовым. Чего ты хочешь, майор? Я хочу, чтобы ты честно и откровенно сказал, как, при каких обстоятельствах ты убил гражданина Скворцова, а потом отвез убитого на его же квартиру. Да вы что, Николай Петрович, чтобы я на мокрое пошел? Нет, мне пока еще жизнь дорога. Тебе эти снимочки знакомы? Будто сами не знаете. Из-за них последнюю командировку и заработал. Но чтобы я так жил, как я завязал. Смотри. Вот этим вот шандалом вы и грохнули. Что ты делал прошлым вечером и ночью, начиная с 20 часов? Ничего не делал, в карты играл. Где? Ну, Митька дыл-то Катран замутил. Дылда. Это Гневшев, что ли? Ну да, вон. Проверим. Ну а теперь скажи-ка мне, друг мой Сидный, дело прошлое. Вы куда все награблено это деле, а? Глазову Котьку застрелили, меня замели через день. А вот Илюшку Вагина вы только через полгода прихватили, а мы все ему сдали. Знаешь, тело не перетаскивали. Убили его здесь. Похоже на то. На хлысте тоже есть отпечатки. Причем хлыст у нас есть. А вот чем его по голове ударили? Нет. Хорошо, хоть телефончик есть. И то хлеб. И брюнетка. Или брюнет. Пустите меня, это мой отец! Ну пустите же! Да пустите! Ну... Пропустите ее! А где папа? Что здесь происходит? Девушка, вы, собственно говоря, кто? Я Дина Тантова. Я дочь. Папа где? Что вы с ним сделали? Его убили. И мы расследуем это убийство. Как убили? К сожалению. Thank you.
Докладываю. Тантов Ким Афанасьевич, 47 лет. Владелец магазина «Малиновый рай». Фрукты, ягоды, овощи. Рассказывайте. Значит так, смерть наступила между 10 и 11 вечера. Похоже на предыдущее убийство, но есть отличие. Его сначала отхлестали, а потом ударили в висок. Но это оказалось лишним, потому как на тот момент он уже был мертвым. Обширный инфаркт, это и есть причина смерти, не выдержал побоев. У меня все тоже. Состав патина совпадает в обоих случаях. Значит, били нашего нового клиента все тем же подсвечником. Посмотри, там должен быть готовый результат. Ну что? В крови убитого есть алкоголь. 2 промилле. Для разогрева выпил. Изъята сдача. Теперь следствие в твоих надежных руках. Леночка, вот. Попей кофе, успокойся. Ой, не могу удержать. Руки трясутся. Господи, что же мне теперь делать? Я же теперь совсем одна. Леночка, ну как одна? Ну как одна, мама? Мама, он не живет с нами. Да. Слушай, скажи, пожалуйста, а после развода с мамой папа другими женщинами интересовался? Что вы имеете в виду? Сказать, что я имею в виду. Понимаешь, Дина, некоторые мужчины любят привносить в близкие отношения элемент новизны. Понимаешь, о чем я? Да как вы смеете? Мой папа очень тяжело переживал расставание с мамой. Не было у него никаких женщин. Успокойся, успокойся. Диночка, ты в этом уверена? Я же вам сказала. Успокойся, сядь. Понимаешь, твоего папу ударили тяжелым предметом по голове. Мы предполагаем, что это был бронзовый подсвечник. У вас был дома такой? Подсвечник? С какой стати? Папа терпеть не мог лишний хлам в доме. О, какая красота! Не надо улики руками трогать. Ванечка, а можно я посмотрю? Одень хотя бы перчатки. На бутылке на одной рюмке отпечаток тантовый. А на второй? А на второй неизвестно чьи. Но только неизвестно, чьи пальчики есть и на хлысте, и на наручниках. У тебя ключи-то есть? Mm-mm. Понятно. Пили вместе, а потом делом занялись. А вот и нет. В рюмке, из которой пил убитый, следы коньяка. А вторая чистая, будто специально вымыли. А на хлысте кровь убитого. Наигралась? Наигралась. Ну вот. Третья чашка и сон как рукой сняла. Здесь входящие и исходящие звонки Скворцова. Заставил все-таки оператов потрудиться. Ну, там на самом деле ничего интересного. Работа, он руководитель в заочной аспирантуре. А вот интересно то, что ему звонили пару раз с телефона автомата. Так, что по Тантову? Здесь звонки Тантова поставщикам, директорам аналогичных магазинов. Кроме того, есть один звонок женщины. Он звонил ей в день перед смертью. Некая Клара Кламис, там в распечатке ее паспортные данные. Последний звонок был сделан вчера в 15:43. Ну, на этот раз хоть что-то. Надо съездить побеседовать с ней. Кто? Федеральная экспертная служба. Майор Круглов.
Коломиец, Клара Семеновна. Здесь живет? Да, это я. Слушайте, зайдите попозже из лента. Придется занятие отложить. Я не одета. Оденьтесь, я подожду. Здесь. Ждите здесь. Мне сказали пройти в этот кабинет. Я Винников. С кем имею честь? Здравствуйте. Полковник Рогозин Галина Николаевна. Проходите, присаживайтесь. Скажите, Скворцов Герман Валентинович работал в вашем диспансере? Да, очень, очень перспективный. Позвольте, а почему работал? Потому что его убили. И зачем вы приехали? Давайте присядем, поговорим. Ну, хорошо. Я вас слушаю. Вам знаком? Ким Афанасьевич Тантов. Да. Я покупаю у него фрукты. Он вам вчера звонил? Разве? Это установленный факт. Зачем он звонил? Ах да, вспомнила. Надо же. Дело в том, что я сделала ему заказ на апельсины. И вот он позвонил мне, чтобы сказать, что пришла новая партия. А что, апельсины нельзя заказать в другом месте? В ларьке, например. Или вы заказываете апельсины партиями? А что здесь такого? У него просто самые лучшие апельсины. Знаете ли, такие большие. Не могу поверить в его смерть. Я ведь знал всю его семью. Валентин был моим другом и великолепным доктором от Бога. Не помню, чтобы кроме психиатрии чем-то интересовался. Это разве что старинной бронзой. А где он покупал эти предметы старины? Понятия не имею. Я, знаете ли, не коллекционер. Скворцова убили 2 дня назад. Соответственно, 2 дня он не был на работе. Скажите, вас это не удивило? Раньше за ним такое замечалось? Уважаемая Галина Николаевна, я, естественно, удивился бы этому. Но 3 дня назад Скворцов взял недельный отпуск. Жениться собирался. А имя невесты вам неизвестно? Увы, нет. Скажите, у Скворцова были враги? Помилуй бог, откуда? Только я вот не могу понять, чего вы меня все расспрашиваете? Тантов убит. Его засекли кнутом. Потом ударили подсвечником. Не может быть. Как видите, может. Поэтому вы оденетесь и поедете со мной в ФЭС. Я никуда не поеду. И одеваться я не буду. Клара Сергеевна, вы ведете себя неразумно. Я не выйду из квартиры. Ко мне должны прийти. Скоро. Так позвоните и отмените встречу. А у них нет телефона. Гражданка Коломиец, вы оденетесь и поедете со мной в ФЭС. Никуда я не поеду. Так, выбирайте платье, переодевайтесь. Нет! Отойдите от двери. Нет! Ну! Черт с вами. Вы кто? Я клиент. Поняла, спасибо. Ну что, Галь, Дина нам пока не помощница. Я ее домой отправил. Хорошо. Я провел адрес жены Тантова. Живет она в Радужном, Владимирской области. Спасибо, Иван. До сюда 3 часа езды, а с пробками 4. Завтра с утра в путь. Есть. И много у вас таких клиентов? А тебе какое дело, мент? Хочешь, и тебя обслужу. Мало не покажется. Глупая вы женщина, мадам Коломиец. Я с вами по-хорошему, у меня такое. Кем вы в свободное от проституции время числитесь? Я не проститутка, я госпожа. И вы, мужики, мне ноги лижете. Ну? Менеджер я в супермаркете. Можете попрощаться со своей должностью. Да и с клиентами тоже. Поскольку ваша записная книжечка у меня, придется мне с каждым из клиентов созвониться. Не думаю, что им это понравится.
Отпечатки пальцев Клары Коломеец. И на хлысте, и на рюмке, и на наручниках. Одного убийцу мы нашли. Волос на парике Клары Коломеец. И волос парика, найденного на даче. Разные. Один настоящий, индийский, а другой синтетический. Пугаешь меня, мент? Нет, рисую предстоящую перспективу. Но это все цветочки по сравнению с тем, в чем вы обвиняетесь по-настоящему. И в чем же? В убийстве гражданина Тантова. А при чем здесь я? Я вчера на дачу не приезжала. Спасибо, Аня. Не приезжала, значит? Точно. Проспала. А вот наша экспертиза говорит о другом. На ручке хлыста, которым он был забит до смерти, ваши пальчики. На наручниках, которыми он был прикован, они же. И на рюмке, которая почему-то была вымыта изнутри, ваши пальчики. Я даже читать не буду. Я все ваши ментовские штучки наизусть знаю. Еще раз повторяю, меня вчера на даче не было. Откуда вы знаете, что убийство произошло на даче? По крайней мере, я вам об этом не говорил. Он меня ждал там, а я не приехала. Проспала. У меня нет уверенности, что эти две смерти связаны между собой. Подсвечник – совпадение, а патина, позвольте, она имеется на всех старинных изделиях из меди и бронзы. Ну, Петр Сергеевич, при всем моем уважении, ну, как-то не верится уже в такие совпадения. А вы не дослушали, подождите. Итак, орудия убийства одинаковые, да, но удары разные. Если Скворцова убили одним ударом, то удар, нанесенный Тантову, его бы не убил. Он умер от хлыста, точнее, под хлыстом. Приходько надо отпускать. Я проверил, он на самом деле всю ночь в карты играл. Понятно. А что с этой, с Кларой? Нет мотива на убийство. Она теряет не менее $500 за встречу. Не говоря уже о риске. И, кроме того, волос с парика, который вы нашли на даче, он не совпадает с париком Клары. Нам подбрасывают ложные улики? Возможно. Надо привести жену Тантова. Может быть, она поможет нам своим рассказом. Ну, расскажите мне, что вы делали в ночь убийства Тантова? Я не убивала. Я действительно должна была поехать на дачу, но уснула и проспала весь вечер, всю ночь, да еще полдня прихватила. А ваши пальчики? Ну, как вы объясните их появление? Хлыст совершенно новый. А на ручке ваши следы? А вот шмотки как раз вот эти, хлыст, наручники, у меня кто-то спер. А кто, не спрашивайте. Сама не знаю. Голову сломала, кому это надо. А может, это Люська? Да ну, зачем ей? Кто такая Люська? Да подружка моя. Мы где-то полгода назад с ней познакомились. Она, кстати, у меня была в тот вечер, а потом... Слушайте, я не помню, как она ушла. Слушайте, я действительно не помню, как она ушла. Я же уже спала. Вы это только что придумали? Про эту мифическую Люську? Да почему только что? Какая мифическая? У меня даже в телефоне ее фотография есть. Фотографию мы найдем, если она есть. Слушайте, давайте отпускайте меня, а? Ну, не была я там, спала. Ну, а версию о вашем сне мы проверим. Как? Возьмем кровь на анализ и выясним, есть ли следы снотворного. Вставайте. Прошу, Варвара Тимофеевна, присаживайтесь. Варвара Тимофеевна, вы мне, конечно, извините, но у меня сложилось такое впечатление, возможно, ложное, что когда вы узнали о том, что Ким Афанасьевич убит, вы как-то не особо по этому поводу расстроились. Убит? А ну да, убит. Я его убила. Вы? Прокляла и убила. Судя по анализу,
Снотворного в крови Клары не было. А был клофелин. Так что она не верит, что я свалил внезапно богатырский сон. Не врет, говоришь? Ни одной женской фотографии в ее мобильнике нет. Мужики, да, в очень разных позах. А женских нет. Может, она стерла мне ненароком и забыла? Или ты другой стер? Так думаешь? Вот что. Проверка пальчики на симке и попробуй восстановить фотографию. Но если таковая была. Так, послушайте, значит, вы наложили проклятие. А можно об этом поподробнее? Варвара Тимофеевна. Есть пальчики. Не знаю, чьи, но не Клары. Смотрите, я кое-что нашел. Да уж. Красота на ней отдыхает. Галь, это бесполезно с ней разговаривать. Она сумасшедшая. Ты представляешь, она сказала, что прокляла мужа и замолчала. Совсем замолчала. Да, сумасшедшая. Она проходила лечение в психбольнице. Депрессия. 3 раза по полгода лежала в психушке. И после первого же раза домой не возвращалась. Уезжала во Владимирскую область, в Радужный. Так, а нам что это дает? Пока не знаю, но вот что любопытно. Лечилась она как раз в той самой психбольнице, где работал Герман Скворцов. Более того, он был ее лечащим врачом. Ух ты! Вы говорили об этой девушке? Ну да, Люська. А зачем вы снимок стерли? Ничего я не стирала, вот еще новость. То есть именно эта девушка была с вами в тот вечер? Ну да, да, точно она, Люська. Мы с ней водку пили. Спасибо. Здравствуйте, Варвара Тимофеевна. Ну, как себя чувствуете? Доктор, заберите меня отсюда. Мне здесь так плохо. Голубушка, ну что, успокойтесь. Я же рядом. Вот, выпейте вот это, вам сразу станет легче. Водички нам принесите, пожалуйста. А Герочка где? Почему он не приехал? Он не смог, дорогая. Он не смог. Скоро дочь ее приедет. Держите ее! Сплошные мужики. Видимо, клиенты. Подарок для шантажиста. Что? Я говорю, не клиенты, а подарок для шантажиста. Выбирай любой номер, звони и требуй денег за молчание. У меня та же картинка. Кларочка, козочка, милая, я к тебе приду. Я сделал гадость, накажи меня, фу. Тоже мужики. На этой пленке есть только один женский голос. Вот, послушайте. У меня такое ощущение, что я где-то его уже слышал. Причем совсем недавно. Дорогая, привет. А я к тебе в гости собираюсь. Не прогонишь? Пойду доложу начальству. А, извините, пожалуйста, а где кабинет вашего начальника? Я, видимо, заблудилась. Я что-то не так сказала? Нет, я просто задумался. Прямо по коридору и направо. Спасибо. Ты уже сбегал к начальству? До этого. Так, где? Вот. Что случилось? Не поверите, случилось. Слушай, такое дело, ты должна мне помочь. А ты можешь просто это сделать, не задавай глупых вопросов? Так, Иван, что происходит? Тут такой поворотик, надо проверить, где наш диктофон. Галина Николаевна, надо взять пальчики у Дины. Потом объясню. Сейчас к вам мало придет, не гоните ее. Да это не афера, а просто догадка. Я тоже приду. Ну, надо проверить кое-что. Ну, удачной охоты. Так вот, тело вашего отца мы сможем передать вам для погребения уже завтра. Можно? Да, проходи, Иван. Вот как раз дочь Тантова, мы обсуждаем, как ей передать тело отца. Мы постараемся вам помочь. Спасибо. Вы очень добры. А то я уже совсем растерялась. Мы можем позвонить в похоронное бюро, и они все возьмут на себя. Извините.
Вот, как просили. Спасибо, Аллочка. Хотите кофе? Угощайтесь. У нас очень хороший кофе. Так, что хотел, то получил. Пока займемся фотками. Не похоже. Класс. Одно лицо. Ну, как себя не похвалить? Вот. Вот ее чашка. Слева. Спасибо. Вы знаете, мне сейчас надо отойти ненадолго. Вы могли бы пройти в буфет? Это прямо по коридору. Там меня подождете, кофе еще выпьете. Ян Львович, можно вас? Мне надо с вами поговорить. Да-да, конечно. Петр Сергеевич, проследите за ним. Собираюсь. Не прогонишь? Спасибо. Вы очень добры. А то я уже совсем растерялась. Как ты догадался? Что пальчики совпадут. Совпали ведь. Абсолютно. Это еще не все, смотри. Вот теперь все. Теперь точно понятно, что это уродливая Люська и Дина одно лицо. А все началось с голоса. Просто у меня абсолютный слух. Господи, пожалуйста, найдите мне этого убийцу. Найдите, найдите, найдите. Ну, вот, в общем-то, и вся история. Учтите, это врачебная тайна. Я вам ничего не говорил. Куда мы едем? К вам. Надо провести обыск. А что вы хотите там найти? Там посмотрим. А ты молодец. Раскрыл одного убийцу. Я все равно не понимаю, чего она отца убила. Вроде с виду нормальная девка. Ну, не совсем нормальная. 3 года назад отец совратил ее и превратил практически во вторую жену. Мать, узнав об этом, боялась кому-либо сказать и начала спиваться. Вот тогда она и попала первый раз в психбольницу. Но ни отца, ни дочь это не остановило. Ну и жили беспокойно. Противно, конечно. Никто же ничего не знал. Чего убивать, если нравится? Возможно, это была ревность. К Кларе, что ли? А почему бы и нет? А врача тоже она? Скворцов лечил мать. Она могла проговориться, а тот начать шантажировать Дину. Лихо. Но это только версии. Мы прибыли. Нашли. Это было забавно. Серега нашел, как в воду глядел. Слушай, Петрович, я пойду в соседней комнате посмотрю. Давай. А что вы ищете? Скажите, я смогу помочь. Помочь? Спасибо, мы будем очень рады. Значит, помогите нам, пожалуйста, найти черный парик из натуральных волос, черные же очки и старинный бронзовый подсвечник, весь в этой, покрытый патиной. Но у нас нет ничего такого. Вы это выкинули, когда возвращались с дачи? Я не понимаю, о чем вы говорите. Рыбок придется распугать. О чем это мы говорили? Геру Скворцова я не убивала. Его убил папа. А я убила папу. Объясните. Мы познакомились в больнице. Я к маме приходила, Скворцов ее лечил. Мы полюбили друг друга, и я боялась ему рассказать, что... Боялась, что... Что вы жили с отцом, как с мужем. Вы знаете об этом? Знаем. Что дальше? Дальше Гера сделал мне предложение. Вбил себе глупый в голову, что мы должны быть вместе. Я ему даже звонить боялась. Из дома и по мобильному телефону. Бегала в телефонную будку. В общем, я была против, но прошлой осенью у отца появилась другая. Знаете, женщины это чувствуют. Пусть даже такие, как я. Вы ревновали? А вы как думаете? Конечно, ревновала. Мы жили с отцом, как муж и жена, 3 года.
Я его из-за отца-то не считала уже. Я выследила Клару. Боялась, что отец узнает, и нарядила за всякие тряпки, парик, очки. Познакомились, подружились. Кларка презирала мужиков. Я ей в этом завидовала. И все-таки, как произошло убийство? Ким, мой папа, все чаще стал захаживать к Кларе. Ну, я и решила, что этим пора заканчивать. Решила выйти замуж за Геру. Но только пусть отцом разговаривает сам. Но он и пошел. Даже подарок понес. У него от отца осталась старинная коллекция бронзы. Самым дорогим там был подсвечник. А я в ночь у подруги ночевала. Я боялась реакции отца. Вернулась, на столе стоит подсвечник. Папы нет. А в коридоре я нашла запонку Геркину. Сама ему дарила. Но я и кинулась к нему. У меня есть ключи от его квартиры. Прямо там, в прихожей, я его и нашла. Я убежала. Что касается Клары, то я просто подсыпала ей клофелин в воду и поехала вместо нее к отцу на дачу. Зачем ты приехала? Клара попросила. Ей сегодня не здоровится. Так ты знаешь о ней? Милый, мы с ней давно подруги. И ты ее не ревнуешь? Нет. Вот она выздоровеет, и мы сможем заниматься этим втроем. Но вы, баба, даете. А сейчас? Я поиграю с тобой вместо Клары. Смотри, что у меня есть.